дорогие друзья, дожили мы и до второй части этого вечера. Она будет несколько иной и по настроению, и по музыке. Но что я хочу сказать, что это будет настоящая авторская музыка, которую вы нигде больше и ни от кого, кроме как от этой группы, не услышите. И принадлежит она перу замечательного, очень талантливого музыканта, которого по трагическим обстоятельствам больше нет с нами последние уже несколько лет. Он прожил недолгую жизнь, к сожалению, но оставил после себя достойный след. И опять же, все ребята, которых вы видите здесь на сцене, это все, скажем так, его ученики, в том числе и я. И мы, в общем, продолжаем его идеи претворять в жизнь. И надеюсь, вы это оцените по достоинству. Человек этого зовут Александр Царь Старостенко. Это замечательный гитарист и композитор, который преподавал в музыкальном училище имени Мусоргского, что здесь на улице Маховой, и в котором почти все из появляющихся сегодня на сцене музыкантов там учились в свое время. Вот. И после Саши, к сожалению, почти ничего не осталось, никаких качественных записей, аудио или видео. И поэтому в этом году возникла идея восстановить его музыку, за что мы и взялись. И, в общем-то, за короткий срок нам удалось поднять что-то из того, что мы нашли, где-то ноты, что-то просто напевая друг другу и так далее. В общем, было непросто. Но, тем не менее, мы сделали программу, которую назвали «Гитара Российской империи», поскольку Александр Царь Старостенко, и группа эта называется «Царь Супербенд», в состав которой вошли блестящие музыканты. На клавишных инструментах музыкант, который более 10 лет играл в культовой российской группе, известной любителям эйси-джаза и фанка, Дубов Саунд. Группы, к сожалению, больше нет, но он по-прежнему востребован и радует благодарного слушателя. Алекс Никонов на клавишных инструментах. Вот его там не видно за горой, его инструменты, но они ему нужны. Они сами собирают. Дорогие друзья, следующий артист, о котором вы еще сегодня не слышали, Александр Царь Старостенко, если он нас видит или слышит, а я надеюсь, что он нас видит и слышит, он, конечно, был бы очень удовлетворен деятельностью этого человека. Этот музыкант блистал со многими звездами американскими, европейскими, российскими. Даже Богдан Титомир не может без него обойтись. И, в общем, много кто без него не может обойтись. Не зря он получил свое прозвище, которому он будет сейчас соответствовать в ближайшие полчаса. Алекс Терминатор Дегусаров, дорогие друзья. Алекс Терминатор Дегусаров. Про нашего единственного настоящего дедушку бодрого я вам уже рассказывал, поэтому повторяться не буду. Валерий Грандпа Сагомонян на электрическом басу. И ваш покорный слуга на барабанах. Группа «Царь» и фрагменты из программы «Гитара Российской империи», посвященная Александру Царю Старостенко, посвященная еще одному нашему трагически безвременно ушедшему коллеге Егору Горскому, о котором также сложена песня, которую мы, правда, не будем сегодня играть, но в программе «Гитара Российской империи» она присутствует. И, в общем, посвящена всем ушедшим замечательным артистам. Надеюсь, вам понравится. Спасибо.
Thank you.
спасибо, дорогие друзья. Мы рады, что вам понравилось. Это музыка Александра Царя Старостенко. Вот такая музыка. Прекрасная. Да. Согласен. Эта композиция называлась «Forest», лес. Птички, все дела. Вы поняли. Сейчас реверанс. Нет? Биг Майкл. Сейчас будет смешная песенка. В общем, этот сет мы также посвящаем одному нашему хорошему другу, попавшему в беду. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Он сейчас страшно парится по этому поводу, потому что он привык быть звездой. Но он будет звездой обязательно. Боря Мажоров, обязательно. Выздоравливай. Он и так звезда. И будет всегда звездой. И он играл с Сашей Старостенко, играл с нами и будет играть с нами. Боря, будь здоров, выздоравливай.
Следующее произведение называется «Реверанс». Thank you.
Thank you.
Bye.
Спасибо, дорогие друзья. Саль Супербэнд. Алекс Терминатор на гусарах. Алекс Терминатор на гусарах, дорогие друзья. Алекс Никонов. Валерий Грэнд Фасакбалян. Самый настоящий дедушка. Спасибо. Мы счастливы, что вам понравилось, нам тоже. Для вас играть одно удовольствие. Это музыка Александра Царя Старостенко, которая живет, несмотря на то, что Саши нет. Музыка живет и будет жить, и мы будем ее играть и напишем обязательно. Спасибо. Поскольку вам нравится, это все имеет право на существование. Спасибо. Если у вас к нам все, то мы пошли. Специально для вас, дорогие друзья. Александр Царь Старостенко. Александр Царь Старостенко. И мы. Спасибо.
Спасибо большое. Алекс Терминатор на гитарах. Алекс Терминатор на гитарах. Алекс Никонов. Валерий Гвент, Пасыгманин, с ним вы еще сегодня встретились и со мной тоже. Спасибо. Еще небольшой перерыв. И еще одна хорошая группа. Спасибо.